Бизнес начинается всегда с чего-то небольшого, да, вот, и оно растет и претерпевает соответствующую фазу развития. Вот, и дальше ваша задача просто на каждой фазе быть адекватным своему. Система управления должна быть адекватна персоналу и функционалу. Значит, если у вас, там, условно говоря, компания до 20 человек, то в целом вы плюс-минус можете управлять ее самостоятельно. Вот. Если она переходит через порог 15-20 человек, вот, то у вас вообще совершенно другая система управления. Вы больше не можете дотянуться до каждого. У вас нет ни времени, ни психологического ресурса, никакого. Вот. Значит, это период, когда появляются менеджеры, которым вы обязаны делегировать целые объемы функционала. Вот. Это как бы большой системный переход. Вот. Если бы вы его выдержали, то вы, в принципе, можете выкатиться до компании 100 человек. Это размер роты. Вот. Ротой может управлять командир роты. У него должно быть 4 взводных, и у каждого взводного должно быть по 2-3 командира отделения. Вот. Это уже совершенно, ну, вот, если вы можете такое выстроить, то это уже успех. Вот. Дальше, когда вы переходите за сотню, вы, в принципе, сразу имеете абсолютно другую систему управления. Вот. Просто непонимание этого не позволяет развиваться бизнесу. Вот. Люди пытаются все делать так же, как они делали до этого, но и стратегии управленческие перестают срабатывать.